прошла хорошо. Без каких-либо происшествий, эксцессов. Все нормально.
Челябинск тоже. Thank you.
Вернуться хрен знает где. Челяба. Побывал я здесь. Через 300 метров поверните направо. Еще неплохой город. Да, надо было воды набрать. Хорошо, мы подходим.
прогноз послушал вчера в воде. Вроде неплохой. А вот перевал Яндекс.Навигатор выдал, возможно, глухая пробка. Сейчас не помню где, возле мяса, по-моему. Там на мосту, по-моему, какие-то проблемы. Ну, по крайней мере, вчера это было. Следующая контрольная точка примерно 3000 километров. Все, покинули Челябу. Местное время 6 часов 17 минут, еще темно.
плохая новость. Вчера Grand Vision откинул сюрприз. Потерял почти час видеозаписи. Глюканул, перестал писать. Не знаю, в чем причина. Только на привале, когда стал перебрасывать видео, узнал об этом. Ну вот на горизонте уже светает вроде бы. Светлеет. Но это на западе. На востоке уже розовый. Позади Челябинск. Мы двигаемся по Челябинской области. Впереди перевал через Уральские горы. Протяженность перевала порядка 200 километров. Лох есть лох, блин. Не выключал свет в салоне. Думаю, что ж такое, блин. Ой. Приходится изгибаться, как не знаю кто. Thank you.
все-таки Путин, наш израильский партнер, к нам приедет. Вот можно ли в связи с этим ожидать какого-то прорыва русско-израильских отношений? Или вот будет, по-вашему, какая-то обычная рабочая встреча? Я думаю, это будет просто встреча, такая встреча знакомства. Светлеет достаточно быстро. Это меня достает то, что долить воды надо. Бачок омывателя. Yeah.
большой туман. Это, конечно, это, конечно.
удивляет, когда он не только ответственный за тебя, но и окей. Ты себя можешь не любить, ты себя можешь ненавидеть, ты готов там выпрыгнуть с балкона. Но вопрос, ты виноват за других, и вот эта вина за других, она неплохо действует с точки зрения.